Приветствую всех, братья. Такой кратенький обзор. Времени сильно много не было. Вот, но мы начинаем. А перед началом данного ролика, кто не подписан, подписывайтесь. Висенте Люки против Джеффри Нила. Интересный поединок. Джеффри Нил такой, можно сказать, явный нокаутер. Очень опасный оппонент, да? Но все же я пришел к выводу, то, что у Висенте Люки гораздо больше арсенала для победы. И борьбе, в принципе, в ударке, если можно 50 на 50 отдать, да, то в борьбе, я думаю, если Висенте Люки переведет, я считаю, что он вполне способен придушить Джеффри Нила или выйти на какой-либо болевой или удушающий. Вот, и второй поединок. Сергей Спивак против Августа Сакая. Также, в принципе, долго я рассматривал данное противостояние и пришел к выводу, да, несмотря на то, что Август Сакай проигрывал, скажем так, прямо топовым оппонентом, да, но, по моему мнению, все-таки он находится на спаде, да, в то время как Сергей Спивак все-таки, я считаю, что на неплохом таком подъеме находится. И считаю, что Сергей Спивак должен, в принципе, забирать данное противостояние. Вот. В общем, долго вести ни к чему не буду. Я скажу так. Двойничок — это Висенте Люки и Сергей Спивак. Где-то коэффициент получается, наверное, на данный момент где-то 1.8, 1.9 может быть. Вот. Как еще вариант, это от обоих досрочки. Я думаю, следует ожидать. Вот. Как и от Висенте, так и от Сергея Спивака. Вот, от Висенте все-таки больше жду, наверное, в борьбе, да, какой-либо болевой или удушающий, вряд ли в стойке. Джеффри Нил очень крепкий оппонент, да. Что касательно Сергея Спивака, Августа Сакай пробитый, скорее всего, следует, наверное, если так и присматриваться, ожидать от Сергея Спивака какой-либо нокаут. Вот, мое мнение такое. Ну, а вы делитесь своим мнением в комментариях, рад был бы послушать. У меня на этом все.